Что, так оставить или закрыть сначала? Может, сначала так, а потом закрыть. Давай, у нас горит. Там жара, да? Блядь, катастрофа. Я только ведро привез и все. Угу. Там температура. А что там ведро это стоит? Стрёмное. Еще надо. Мы же не знаем, какая курица. Пусть еще потушится. А у нас картошка жарная. Сейчас как. Смотри, это чугун. Собственная курица. Вообще красава. Смотри. Красава. Не красава. Зачем ты была? Ну ты понял, почему это сейчас? Ложи картошечки. Не насыпай так, а там некоторые не порезанные, Юра. Все нормально. Сейчас мы раз и все. Угу. Разложи везде. И лук вон один. Угу. Ты ее не раскидывай сильно, а то крылышки обгорит. Да-да. Ну я бы так бы оставил. Там уже подгорело. Угу. Он пациент, да? Конечно. Ты можешь просто крышечку приподнять, и мы посмотрим, что там у нас творится, да? Ну, можем, что-то. Крышечку. Крышечка у тебя же есть специально, или не пойдет это? Она не там. Что за это такое? Видишь, места нет. Ну, хоть чуть-чуть. О, хорошо. Куда рукой? Теперь ее можно так подвинуть. Угу. Антвайтер. Да? Да, 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 двигай. Ты смотри, какая красота. Угу. Никто бы об этом мечтал бы. О, фу, сырая, да? Все. Не, готовая, все. Ну, поджарить надо ее, пустить. Все, мясо пожарим, все, давай, толкай и все туда. Две полежки дров и все. Уже ну, сюда шипит. Теперь. Ну, да. Вау. Какой арома, это вообще. Это даже это не рассказать и не самое. Это... О, приятного аппетита всем. Да. И нам. Да. Молодец, вот сколько нарубал. Каждый день по дереву. Ну, а тыква, смотри, какая большая. На меня размахнулся. Вот это тыква. А вы уже кушали? Нет. Нет? У нас сейчас порядок. Вот такая тыква большая. Вот еще одна красавица. Ой, красавица такая тыква у меня. Это маленькие. Я не знаю, будет дождик или нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Че, вы пошли кушать? Как я вырву? Там оттуда нельзя. Еще придется отсюда вырывать. Ой-ой-ой. Ну что, как-нибудь вырвем. Голодные, холодные. Холодные нет.
Никто не кормит. Бедненькие. Ой, вся семья пришла, смотри. Рты открыли. Кушать хотите? Сейчас накормлю. Ну, что муравьи делают? Вот они рвутся. Мам, ты рыбок кормила? А что они у тебя в шесть? Не потяну же. Сейчас дождь пойдет. Ой, подрались аж на. Чё? Да, так легко нельзя будет. Тяжело будет. Они стволы-то большие, они их так спилили и всё.